6 мая сегодня молодежный центр Мустаме, во-первых, пришел с такой идеей открытия сезона, летнего сезона, когда молодежный центр и все молодежные работники выходят на работу сюда, на Вильде Т69. Здесь мы будем работать с 2 до 8, 3 раза в неделю. И наш день сегодня, наш праздник, начался с очень приятного посещения старейшины нашего праздника, который подарил детям много, достаточное количество минут радости тем, что раздал мороженое. Всем детям было раздано бесплатно мороженое. Мы со своей стороны раздавали свои наклейки именно как рекламную акцию такую. И сейчас, после всего этого действия, наслаждения мороженым, продолжаются соревнования. У нас будут соревнования по пинг-понгу, по отжиманиям, соревнования в Уно. И, конечно, все выигравшие получают наши фирменные бутылки молодежного центра. И да, надеюсь, закончим все каким-нибудь веселым танцем. Завтрашнее мероприятие 1 июня приурочено, конечно же, к Дню защиты детей. И оно будет происходить в Мустамяевском центре. Ждем всех с 2 до 5. Будет очень интересная программа, потому что там будет выступать молодежная группа Around the Sun. Также будет выступать известный австралийский фокусник. И будет также проводить свои мероприятия и молодежный центр Мустаме тоже. Мы устраиваем игры, будет игра QR-код на победителя и много всего интересного. Поэтому обязательно приходите, обязательно. Мы будем приходить сюда на Вильде Т69 три раза в неделю. Остальные дни мы ходим на экскурсии с ребятами и проводим время в других частях нашего города замечательного, тем самым развивая кругозор ребят. Ну и в ближайшие постоянно какие-то будут в течение всего лета будут большие мероприятия. Например, 17 июля, 15 июля. Обязательно смотрите нашу программу, потому что молодежный центр Мустаме есть во всех социальных сетях. Мустамяя в этом году, к счастью, мы сможем провести летние городские лагеря. Первый городской лагерь уже с 7 июня, начало до 18 июня. Поэтому, пожалуйста, спешите и все желающие запишитесь на нашей фейсбук-страничке. Есть ссылка на регистрацию, потому что места стало достаточно мало. А программа лагеря безумно интересна, я сама ее составляла. И мне самой очень нравится, если бы я была ребенок, я бы с удовольствием в этом участвовала. И также будет лагерь в августе месяце, со 2 по 14 августа. Тоже, пожалуйста, все желающие, пишите нам, ответим и поставим в очередь, если вы желаете, только на август месяц. Лагеря будут обязательно. И тоже сотрудничество с Мустамяевской городской управой, конечно. Обещаем, что этим летом вам скучать не придется. Обязательно встретимся или здесь, или на других интересных мероприятиях, но скучно вам точно не будет.